Снова здравствуйте. Еще одна приколюха такая в ZBrush. Надеюсь, вам понравится. Уже видео я по этой приколюхе писал. Но теперь давайте посмотрим, как она может работать. Вообще тема для многих вещей, как для панно. Кто любит рисовать, очень подойдет. Давайте рассматривать. Откроем план 3D. Можно открывать любую. Можно открывать цилиндр, можно куб. В принципе, даже на сфере можно что-то такое придумать. Ну, давайте, говорю, вот поработаем с план 3D. Откроем, вытянем. Edit, Make Polymesh. Выравниваем, Ctrl-Shift, левая кнопка мыши. Смотрим на полигоны. И давайте теперь полигонов, ну, чуть-чуть прибавим. Так, много не надо, все это сейчас изменится, поправится. И будем работать вот на этой плоскости. Приколюха это по прошлым видео, это экстракт, ZRMesh, вот она. И вот это вот функция Use PolyPaint. Давайте теперь нажмем ее, переключимся в Transform. На активации системы, симметрии, включим радиалов, включим, выберем ось и добавим радиалов вот так вот. Давайте посмотрим. Так, ну в принципе не, многовато. Давайте радиалов чуть уменьшим, ну хотя бы ну, до 13. О, 13 пойдет. И теперь будем работать вот этим курсором. Делаем до хрена, до конца. Ставим теперь Draw Size побольше. Так, и попробуем чуть-чуть уменьшим. И попробуем, вот выберем центр. Ага. Слишком многовато. Так, отключим зад, переключимся сюда, включим белую сферу. Так, уже посмотрим, как рисует. Так. Рисует нормально. Ctrl-Z. Включаем до конца вот этот вот полозок. И давайте теперь порисуем. Вот так все это сделаем. Теперь уменьшаем полозок и уменьшаем. Давайте радиалов, ну, по минимуму чуть-чуть поставим. И попробуем вот это все дело немножко вот так вот украсить. Так, теперь полозок до конца. И вот так вот сделаем отводы. И вот нарисуем опять же круг. Круг можно и тут замкнуть. Ну, сейчас посмотрим. Теперь ставим цвет вот светло-красный. Так. И попробуем что-нибудь путнее тут сделать. Вот так вот. И вот эту часть теперь давайте тоже замкнем. Вот таким образом. Типа лист. И немножко добавим. Так, какого цвета? Ну, вот такого вот. Самого низкого. Уменьшим Draw Size опять же. И попробуем вот здесь им уже что-нибудь сделать такое эткое. Вот так. Так, стараемся делать что-то ровнее. В
принципе, вот этот способ, он хорош и для портретов. Вы можете также рисовать картины какие-то, допустим, я не знаю, панно, узоры и так далее. Так, теперь поставим белую и сделаем вот так вот. Ну, что-нибудь вот так вот, типа узора. Ну и можно теперь красным вот так вот по контуру пройтись. Так. Сделаем побольше. Это слишком много. Чуть-чуть drop size поставим. Ну и что-то вот так вот можно замутить. Можно побольше поставить и вот здесь вот так вот полностью закрыть это дело. Вот так. Все, картина нарисована, приблизительно все нормально. Еще можно тут фантазировать как хотите. Следом что мы делаем? Заходим в маску, жмем Mask B Color и жмем Mask B Intensive. Следом заходим в поле Paint, раз мы рисовали, и нажимаем вот эту колоризацию, отключаем ее, переключаем на белый цвет вот эту вот наш цветовую гамму. И теперь заходим в деформацию. Заходим в деформацию и находим Initialize. Вот можно им вот так вот работать. Вот так вот. Переключимся на глину. Вот такой вот незатейливый узор у нас получился. В принципе, можно сейчас по нему попробовать еще тут порисовать. Давайте попробуем. А можно его просто обрезать. Давайте сначала обрезку попробуем. Нет, давайте сначала еще раз порисуем. Жмем геометрии. Опять включаем Use Poly Paint. И немножко еще добавим разных деталей. И посмотрим, можно ли теперь вот на это все добавлять. Опять заходим в маскинг, жмем Mask B Intensive, опять заходим в поле Paint и теперь жмем колоризацию. Опять в деформацию и теперь попробуем over. Так, over не катит, бендом. И попробуем инициалайз опять. Снимаем выделение. Вот детали добавляются. В принципе, работать с этим можно. И теперь попробуем релакс. Так, вот с релаксом уже получится вот где-то у нас вот такая штука. А если вернемся, так. И попробуем Polish by Group. Ну, в принципе, одинаковое. Ну, можно по чуть-чуть добавлять, не немножко, вот. Вот так. Давайте теперь попробуем все это дело обрезать вот этой сферой. Отключим теперь симметрию. Так. И попробуем вот это дело все обрезать. Ну, в принципе, неплохая такая штука получается. Вот так вот. И теперь еще одна фишка. Давайте с помощью мов попробуем все это дело вот так вот уменьшить.
толщину прибрать. Выровняем. И вот так вот. Немножко ее можно все-таки подтянуть. Вот такое что-то получается. Можно теперь это все дело использовать где-то на кольцах. Также кольца рисовать, также детали какие-то добавлять. Где-то также можно работать на кольчуге, где-то на каких-то, я не знаю, щитах, шлемах, вот таким макаром. Можно рисовать картины, можно делать вот узоры, там, допустим, розетки какие-то, а потом долепливать. Кстати, потом можно уже вот по всему этому добавить дивайдов и просто уже где-то что-то вот так вот дорисовать. Вот так. Опять же, можно использовать симметрию. Жмем геометрии, заходим в UPolyPaint, отключим. Modify Topology Mirror and Well. Отключим дивайды. И вот у нас уже ровная получается розетка. Так. Розетки, кстати, и так можно делать. И в принципе, как вам удобно. Вот так можно добавлять детали. Можно ее рисовать, в принципе, и без этой системы. Ну вот, как вариант. Все, всем пока, до свидания.